Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, изучать их, а также разбираться в технических процессах по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли те или иные вопросы на учебе, чтобы они уже были готовы к контрольным работам, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема «Ведущие мосты и главная передача». Ведущий мост представляет собой жесткую пустотелую балку, состоит из трех основных элементов. Двух полуосевых рукавов и картера, в котором размещается редуктор, состоит из главной передачи и дифференциала. Также в полуосевых рукавах запрессовывают два кожуха полуосей, которые служат для удержания ступицы колеса. Балка ведущего моста. Балки ведущих мостов бывают двух видов, линейные и штампованные. В большинстве случаев их изготавливают из чугуна. На изученных марках автомобиля применяются штампованные сварные ведущие мосты. Ведущий мост ЗИС состоит из сдвоенной главной передачи с общим передаточным числом 6,32. Первая пара конические со спиральными зубьями, вторая цилиндрическая с косыми зубьями. Вал шестерен. Главная передача вращающаяся в двух роликовых подшипниках и соединяется с карданными валами через муфту. Для регулировки зазоров в зацеплении имеет два комплекта регулировочных прокладок. Передача крутящего момента к ведущим колесам производится следующим образом. Как вы можете видеть на данном изображении, карданная передача, ведущий вал шестерен, первой ступицы, вторая шестерня первой ступицы и ведущая шестерня второй ступицы, ведомая шестерня второй передачи и дифференциал полуосей шестерни и полуоси ведущего колеса. Полуоси передают крутящий момент от дифференциалов к ведущим мостам и представляют собой стальной вал. На одном конце имеют шлицы, на другом специальный фланец. На другом специальный фланец для крепления ступицы колеса. Полуоси вращаются в конических роликах, подшипниках и в зависимости от способа их установки подразделяют на полуразгруженные и полностью разгруженные. Вот, собственно, о чем я хотел вам сегодня рассказать. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч!